Всем привет, дорогие друзья! С вами Sword, и это мой очередной камбэк гайдом после небольшого перерыва. И наш сегодняшний гайд посвящен Фрейе. Да, конечно, Фрейя не самый метовый персонаж, однако все еще играбельный, в отличие от всяких Нан, Рафаэль и Алукарда. Я не говорю, что эти персонажи мусор, однако в нынешней мете, и тем более на русском сервере, эти персонажи, как правило, являются предвестниками слива. Заранее прошу не кидать меня тапками за эти слова, согласитесь, в большинстве случаев это горькая правда. В частности, на высоких рангах. Ну а теперь перейдем непосредственно к самой Фрейе. Из эмблем у нас пестрое разнообразие. Можно брать универсальную эмблему убийц на монетку, можно взять эмблему бойца с иммунитетом на контроль, можно также взять физические основные. По навыкам все немного проще. Я рекомендую вдохновение. Но также неплохо заходит оцепенение, смайт и очищение. Поговорим о навыках. Пассивный. Сферы, которые появляются через определенное время, дамажат и замедляют врага при сближении. Тамага кот наплакал, но замедло дело хорошее. Первый навык. Блинк. Простой прыжок с дамагом с одной полезной особенностью. Стяжка в середину. Второй навык. Три быстрых удара, последний из которых станет. Именно его мы откроем первым. Ультимейт. Щит и меч становятся секирой, и у нас отрастают крылья. А помимо визуальных эффектов, у нас повышается урон, маг и физзащита. Перейдем к плюсам и минусам Фрейи. Плюсы. Есть блинк, хоть и не длинный. Не самый тонкий борец с уроном. Красивые скинчики, к тому же их много. И есть даже эпик и звездный. Приятный урон при наличии стана. Минусы. Боязнь контроля. Требует хорошего фарма, а лучше перефарма. Борцы с уроном не в мете. Ну, в общем, касательно полезности, весьма спорный герой. На лайн идем с танком или автанком, так как нам нужен фарм. Стараемся ластить из крипов. Фрейя по сути своей является кустовым героем, и мы должны постоянно делать так называемые сюрпризы для противника. Прыгаем в приоритете на вражеского стрелка или мага, то есть основного дамагера. Из линий идем топ или бот. Можем пойти на вражеского крипа в лесу. Баф оставляем магу или убийце. Нам он особо ни к чему. Далее фармим линию, фармим свой лес, забираем свой лес и, если нужно, помогаем забрать вражеского лидера. Что касается навыков, то теперь все немного сложнее. Наша задача в файте – выбрать вражеских дамагеров. Однако, если мы влетим вперед танка, сразу же умрем. Поэтому мы даем войти танку вперед и впитать контроль. А дальше прыгаем на самого нафармленного врага и разделываемся с ним при помощи союзников. Перед прыжком стоит нажать второй навык, чтобы не тратить драгоценные доли секунды в файте, за которые нас могут убить. Ульту вы по желанию прожимаете или в файте, или перед прыжком. Но я советую жать перед прыжком, так как это нам даст иммунитет к физ и магу урону, и нас меньше раздамажит. При хорошем фарме можем забрать соло лорда. Сборку вы можете лицезреть на ваших экранах. Ну а я же с вами прощаюсь. Пишите, если я что-то забыл. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.
Продакшн.